Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влоги Cam with Man. Сегодня понедельник, это выходной, и сегодня день рождения моего брата, у моего дедушки. И сегодня вообще прям праздничный день какой-то. И после праздничный, и праздничный. Ну, потому что, да, выходной, и много людей на улице, да. И мы... сегодня тепло. Вы сегодня вообще прям лето конкретно. Мы сегодня приехали в Ашан, чтобы... Так, вход вон там. Да. Чтобы купить ингредиенты, потому что Алиска будет мантурить торт очередной. Кстати, ну кто-то не понял шуточку мою, я реально предложил Алисе заказ тортика, но мы не делаем такого. Да, уже несколько человек пишет. Да? Да, ну прям так нормально. Ну, кто знает, может быть попозже мы что-нибудь придумаем, сообразим, но сейчас мы делаем только для себя, мы же все пробуем, испытываем, чтобы... Было очень вкусно. Блин. Да. Ну все, закупились. Яблок, бананов, огурцов, перчика, грибов, соевое молоко. Теперь, кстати, пробуем вот такое покупать, ашановское. Тоже вроде неплохое. Ванильное, по крайней мере, неплохое. И зацените Алискин наряд. Мы видели в прошлом году. Красотка. Ребята, все, мы сумочки, все наши пакетики оставили в машине. Идем в СБС, хотим пройтись по некоторым магазинам, потому что есть мысль кое-что подкупить. Купили свечки для тортика. Сейчас собираемся быстренько домой. Нам нужно еще в магнит купить масло. А какое? Ну, любое какое. Нам нужно всего 3-4 столовые ложки. Короче, для коржа, для... Да. Вот, короче, мчимся быстрее, потому что у нас мало времени, ребята уже могут скоро вернуться с моря. Да, они снова уехали на море. И Краснодар настолько близок к побережью, что просто 2 часа и ты уже на море. 2 часа и ты уже дома. Такие выходные дни, 2 часа, либо больше, потому что пробки все едут. Ну да, так можно еще постараться быстрее, наверное. Все, теперь мы мчимся сами домой. Надеюсь, не 2 часа. Стояли мы тут в пробке, стояли, я что-то задумалась, какое сегодня число? 13-е! Еще один праздник. Вилку, наш праздник, ребята! Без 2 месяцев 3 года, как мы женаты. Да. Поздравляем! Ребята, у нас кипиш. Походу, мы уже ждем гостей. Мы не успеваем. Да, ничего не успеваем. Я помогаю Лиске как могу. У нас тут перчик томится. Здесь у нас баклажанчик. Уже я перевернул, ну да, некоторые подгорели, но что поделаешь. А здесь картошка внизу, грибы, господи, баклажан тоже, да, этот кабачок. А, вот это кабачок, а этот баклажан. Лучок. Да, здесь еще вот это тоже туда же пойдет. А тут Алиска делает уже основу для основы. Да, это тесто типа для тортика, для коржа. Короче. Блин, мы нифига не успеваем. И я хотел еще повесить полку, но поняли, что мы готовим. Как я буду вешать полку, если мне придется сверлить, все посыпется. Так что ничего не буду делать. Только Алиске помогать. И бананов, смотрите, сколько у нас. О, да. О, да. Мы по дороге сюда уже по 3 съели. Только что видел в окно, как приехали уже ребята. И мы... Все. Ну, в принципе, все готово, да? Да. Почти. Осталось... А, ты уже даже украсила? Да. О, тортик. Его не надо уже не замораживать ничего, да? Нет, я сейчас уберу в холодильник. Ну, так, на всяк. Ну, блин, в холодильнике же хранится. Окей. Там у нас овощи доделаются, как бы доходят, томятся. Здесь у нас салат, здесь у нас бутерброды с гуакамоле, небольшие такие вот, как бы, закусочные. Ну все, ждем-с. Ребята, короче, вообще так сейчас обломались. Приехали в Чистяковскую. Да. У нас столько было плана, но вообще ничего не получилось. Короче, хотели на канатную дорогу отправить ребят. Хотели в кинотеатр открытый отправить. В итоге на канатную опоздали, она до 8:30. До 8:30, да. Пошли в кино, уже оставалось 5 минут до начала сеанса. И тоже бабло закончились. Вообще такое облом. Ну, выходной день, естественно. Да. Короче, в итоге сейчас едем на Верхнюю Красную смотреть на фонтан. Фонтан. Поющий. Каскадный. Да, цветной.
Ребят, мы идем по красной, успели посмотреть две песни Фонтана и решили обломаться в третий раз и идем в галерею, которая через 20 минут закроется. Нам нужно М-видео, брат хочет купить машинку и подстричь Ричика, прикиньте. Ричик станет лысым песиком, если мы, конечно, сегодня купим. Но, скорее всего, есть ощущение, что мы реально сегодня какой-то день обломов, и мы обломаемся. Ну, именно вот обломов по каким-то посещениям каких-то мест. Не знаю, карма. Нам сказали толкнуть тралик. В общем, спасли троллейбус. Пока-пока! Пока-пока, троллейбус! Пока-пока! Короче, ребят, спасли мы здесь троллейбактус. И знаете что, круто, просто кондуктор попросила людей с, даже не с остановки, а с пешеходного перехода, да, и ломанулись, да, практически 90%. Да, помогает. 99%, только, да, я, по-моему, не пошла, и все, я просто снимала. Ты снимала, так что у тебя, да, есть Амазон. Там, ну, люди взрослые, да, очень взрослые, там за 60. Мы, в общем, успели. Школьника сразу, она первая побежала. Да. Ты хочешь его эпилятором подстричь? Вот, короче, выбираем теперь. Да. В смысле, тогда это не простые? Почему простые? А какие нужны? А я думала, специально для животных. Смотрите, смотрите, мы только что вышли, и все, и жалюзи закрылись в магазине M-Video. Лиз говорит, ворота. Ворота, надо говорить тогда. Ворота по алфавиту, по каталогу, они закрылись и в колледж пошли. Я не знаю, как такое могло случиться. Я позвонил им, а они не отвечают. Ну что, ребят, короче, все. Мы успели и в Магнит, и в М-видео, так что это день не до конца был обломным. Фокус есть, снимаем на Sony сейчас. Кстати, спасибо большое тем, кто посмотрел обзор камеры, вообще, типа, камеры для влогов на канале Жираф ТВ. Вот. Да. Спасибо. Кто не посмотрел, можете пройти по ссылке в описании на канал Жираф ТВ. Маша покатила свою коляску куда-то. Мы на тормоза ее поставили, она все равно будет. Она сейчас тормоз снимет. А галерея-то в целом уже вся закрывается. Магнит работает до 23 часов. Магазины до 10, до 22. Парковка, по-моему, до 2, что ли, или до 3 ночи. Потому что с кинотеатра многие возвращаются с ночных, вечерних, ночных сеансов очень поздно, поэтому тачечки можно оставлять допоздна. Это большой плюс. Ребята, короче, все, сели мы в машину, погуляли по красной, догулялись до того момента, что аж большой фонтан, все, выключили полностью. Да, в 11 часов здесь фонтаны выключаются. Да, до 11. Вообще, конечно, немножко обидно, что южный город, лето, сейчас каникулы у всех, а магазины все равно из заведения до 9, вот как мы сегодня убедились, до 7:30, например, это канатная дорога. До 8:30, да. Все как-то рано закрывается, очень рано, хочется еще потусить, но вот, к сожалению, нас просто вынуждает ехать домой. Так что, друзья, все, отправляемся до кровати, монтировать и спатоньки. Да, хочется спать уже. Очень хочется, я прям отрубаюсь, завтра рабочий день, и завтра мы двинем в... Короче, узнаете, куда двинем, все, давайте, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписались, переходите на Жираф ТВ, там передачка свеженькая, 15-минутная аж на вообще. Все, до завтра. Покеда!